Отец по-грузински мама. Мама. А папа. Мама есть деда. Мама по-грузински деда. Дед, деда, деда. А по-грузински дедушка папа. Это? Папа. Папа. А вот бабушка бабу. Бабо. Бебу, бабу. Бабушка, бабо, бабушка. Дедушка. Да. Папа. Папа. Мама это. Мама это деда. А мама это деда? Деда. А я. А папа это? А папа это отец. 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 Мама. Не. Отец, папа мама. Это дедушка. Отец, мама. Папа это дедушка. Папа это дедушка. Папа это дедушка. Перемещались. Такие вот особенности. Как, скажи, пожалуйста, лягушка на воде квакает? Бака кицкальщи кикинепс. Но все скажут, что я неправильно говорю. Бака кицкальщи. Как скажи? Бака кицкальщи. Бака кицкальщи кикинепс. Бака кицкальщи кикинепс. Бака кицкальщи кикинепс. Самая сложная буква это вот это к. 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 Ц. Невозможно почти произнести. Ходи, Мишо. Вот эта буква. Ходи, Мишо. К. Мишо. Да. Как? К. Буква К. Буква К. К. Ой, все сложно. Вообще. У нас таких звуков нет в алфавите. Эх, вы такой сложный. Где не нас, там и хорошо, так говорят. Где не нас, там хорошо. Где нас есть, там и всегда лучше. Там, где есть я, там хорошо. Вот так. Надо менять. Там, где есть мы, там хорошо. Эй, мой царь, сюда не лапарок, мы с гайки царь, сюда.